Здравствуйте, Александр. Привет, Юра. Именинничек. Ждем. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Спасибо, Юра. Спасибо. С днем варенья, с днем рождения. Ага. И столько с чем. Вот, уже 4 человека есть, это уже хорошо. Это очень здорово. Как говорят, кворум есть. Кворум есть. Александр, да. Я хотел еще сказать, ты не заметил. У нас дубль 2 будет. Привет. Привет, Андрей. Как он? Рад тебя видеть. В том году мы собрались с этой компанией. Да? Нет, там были другие. Почему? Казаков. Там нет, там... троица, опять же, та же. А, дежавю потом. Ну что, тогда на троих? Ну вот. Ну что, поздороваемся, Сашка. Поздороваемся. Здравствуй. Ну вот так, на красных и синих. Ну это древняя собори уже, синяя. Без маечки побежите? Да. А солнца нету. Сидят команду содержать, всякие Газпромы. Коммерческие силы. И покупают всякое. Вот я и говорю, а если футбол был? Надо достать. Не помню, закрыто говорилось. Нет, топор тут попал. Я хотел позвонить. Но Громова. Да. Громов там собирался. Я не знаю. Филиппов хотел. Ну что, ребята, готовы к пробежке? Может, Громову позвонить на всякий случай? Готовы? Ну все, тогда побежим, тогда все. Столько светлее, да? Можно забег закончить? Ой, тихо, извините. Маленькая остановочка у нас. Горина, вот оттуда мы бежали в прошлом году вокруг озера. Своим аэродромом закрыл кадр. Да ничего, видно вас. Все, ребята, бежим дальше. Хорошо. О, господи. Ну, побежали. Не поминай в шуе и... Побежали. Каждый шел своей дорогой, бегал и мечтал. Тренировок было много, и не уставал. Выходной на стадионе на рекорд бежал. И в крестах в зеленой зоне в кроссах побеждал. За Спартак и за Динамо бегали всегда. Ты попу помочи. И торпеда в юные года. На заводах, предприятиях, в вузах ПТУ. Сможем и теперь собраться, пробежать смогу. А там деревня, что там какое-то строение там есть. Закален как сталь, и мы любим бег. Ладно, ребята, все, купаемся и бежим обратно. Ветеранов клуб, молодых подпруг, с нами впереди. Все, бежите! Гордо пронеси. Мы собрались не случайно. Можно бежать. Это зов души. Надоело бегать тайно. Так, вот здесь фотографируемся, панорама озера. Марафоны. Остановились. И пробеги. КЛБ вперед. С кабари несут победы. Молодежь идет. КЛБ с кабари. Закален как сталь. И мы любим бег. С нами он навек. Ветеранов клуб, молодых подруг, с нами впереди, гордо пронеси. КЛБ Скобарь, закален как сталь. Сейчас на леднике скупнемся. Мы любим бег, с нами он навек. Ветеранов клуб. Так, да. Вот так лучше. Молодых подпруг, знамя впереди. Внимание. Гордо пронесли.
подарки от одноклубников КЛБ «Скобарь». Майка 100% катон. Шоколадки. Шоколадки, носки спортивные. Потемкинская лестница в Одессе. Это аннотация к лестнице. Здесь озеро Городищенское. Аннотация Потемкинской лестницы. И написано Потемкинская лестница и герцог Дю де Ришелье в Одессе наверху. Так, вот сама лестница здесь. И вот мне выдали удостоверение участника движения. Вот это такой вот значок был завернут, он еще масляный, вот с такой зажимом. Вот, написано, что здесь. Сейчас прочитаем. 23 серия 23, 60 номер 06, Потемкин Александр. С рождения и до нашего времени. Сообщество КЛБ «Скобарь». Председатель А.П. Петров. 26 июня 2021 года. Вот такое удостоверение. Вот Союз народовластия и труда. Россия. Очень приятно от одноклубников получить такие теплые подарки. Спасибо вам, КЛБ «Скобарь», за то, что приехали ко мне на днюху. Мы с вами пробежали 13 километров сегодня и хорошо отдохнули. Все, спасибо всем.